Как видите, по нашей одежде мы записывали ролик, который вы уже, конечно же, посмотрели, про распаковку кейсов с Катей. Но дело все в том, что меня ищет полиция, я в розыске. Я в розыске в плане того, что меня разыскивает полиция за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Кто может пояснить, за что? Мы позвонили... За что ты узнаешь завтра? Да, я узнаю об этом завтра. Но велика вероятность того, что я приду туда, и меня скрутят, посадят за решетку, как потенциально опасного человека. Сейчас в России, я не знаю, введено ли какое-то чрезвычайное положение, но... Я человек, который даже не матерюсь в роликах, несу добро в массы. На моей страничке ВКонтакте, я думаю, можно найти, ну, я вообще не помню, чтоб я маты даже там писал. Ну, ладно, я образец культуры и приличия, но меня осуждают по пропаганде либо публичным демонстрациям. За какую-то картинку в социальной сети ВКонтакте. Я... В шоке. Да самое крутое, это ладно, что пошли по моим родственникам. Как? Понимаете? Никто не знает фамилии Кати. Никто. У меня даже ВКонтакте, как бы, если вы видели, у меня просто Катя написано, как бы, и все. Как-то они узнали мою фамилию, и как-то они вышли моих родственников. Короче, пошли сначала. Я в шоке. К моей крестной. Просто распечатали, короче, как-то, блин, как чувствовать. Распечатали фотографию, которая стоит у него на ВКонтакте, на аватарке с Максом. Пришли к моей Лёле и показывают, говорят, а вы знаете, вот, короче, светленького мальчика? Меня. Да, говорит, Кирилл Петров, говорит, у него штраф есть, к моей крестной, а она его как бы даже и не видела, даже не знает, как бы, ну, живым, по-моему, тебя даже не видела. Она говорит, ну, я не знаю, что они сказали. Потом пошли к моему папе. Папа звонит, Кать, что за фигня? Говорит, у нас менты, говорит. Что он там говорил, что... Короче, на меня вышли через Катю, узнали ее фамилию, непонятно как. Скорее всего, через социальные сети как-то прошарили очень мудренно, очень хорошо прошарили. Приехали к Катиным родителям, и просто к Катиному отцу приходят два полицейских, показывают удостоверение и говорят, что меня ищут. Я в шоке. Мой папа тоже. Я просто в шоке. Это просто капец какой-то. Вы просто, чтобы сейчас представляли, мне светит реальный срок. Да тебе не срок, вон штраф написан, Кирилл. Какой? Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей. С конфискацией предмета административного правонарушения. Ну если 2500... Нет, просто пойми, если меня признают пропагандой, то есть я как будто пропагандист. Я не думаю, что как будто тебя признают, я... подожди. Че Гевара. Если бы ты постоянно, то, может быть, это какая-то картинка одна, это не значит, что ты же будешь постоянно это делать. Нет, просто понимаешь, дело в том, что сейчас, сука, все сидят в конфе, угорают надо мной. Я написал, у нас конфа ютуберов есть, я написал, что делать, пацаны, помогайте. Они пишут, галочки-то ВКонтакте у тебя нету, поэтому тебя и судят. Ну, спасибо тебе, тиранит. Вот. Короче, ну это реально, это плохая ситуация. Опять я ввязался в какую-то фигню с законом. Почему? Я законопослушный гражданин. Сейчас не чтобы преступников ловить, они ловят меня. Летсплеера. Летсплеера! Просто все... Чувак сидит, подожди, перебью тебя. Который чувак сидит, играет в игрушки и комментирует это. Меня привлекают к административной ответственности, пацаны. Как это работает вообще? Я в шоке, я не могу высказать свои эмоции, насколько я зол и насколько я в недоумении от этого. Социальная сеть ВКонтакте. ВКонтакте. И все чисто потому, что он считается уже как СМИ. Это все из-за популярности, блин. Все, вот вы видели, да, какой скачок был подписчиков, какой скачок всего. И скачок полиции, наверное, скаканул. Вот все полицейские подписались на меня каким-нибудь отделом, я не знаю. Ой, боже. Вся Кемеровская область полицейских на меня подписалась. Ставьте лайк, если ты полицейский. Господи, это жесть, ребята. Это... Я не могу это писать, это писец. Вот серьезно, я в шоке от такой ситуации. Социальная сеть ВКонтакте всегда распространялась за счет того, что, точнее, распространялась, да, я не пропагандирую ничего.
ничего не пропагандирую. Хорошо, если это все обойдется, всего лишь какой-то маленький штраф. Я готов заплатить эти 2,5 тысячи рублей, извините, 2500 рублей, вот так будет правильнее сказать. Но я просто на эмоциях говорю, поэтому, я не могу маленечко контролировать, это даже психиатр бы сказал, так что у меня есть защита. Вот. Я готов заплатить штраф, но за что? За картинку ВКонтакте. А готовы ли вы заплатить штраф в 2500 рублей за картинку ВКонтакте? Напишите свои ответы в комментариях. Я в шоке. Я больше в шоке из-за того, что они пошли как-то через меня. При том, от этого я просто выпал. У меня голова сломалась, я просто не представлял как. Просто даже как бы идут по родственникам, да, все такое как бы. А тут пошли подожди, по твоим родственникам даже не пошли. Пошли сразу как-то на меня. Они не пошли по Петровым, они пошли по ее фамилии. Причем у меня нигде вообще никто не знает мою фамилию. Ну, в смысле, я не распространяюсь. Именно поэтому я не распространяюсь личной информацией, дорогие друзья. Жесть. Ладно, короче, Кирилл еще снимет, как он будет входить в кабинет. Либо это будет отдельным роликом, либо это будет все здесь же. Все здесь же. Либо отдельным роликом, ребята. Это капец, я не знаю, как это описать. Это капец. Может быть, даже сейчас это выложу. Не знаю. Я в шоке. Все. Как это работает? Продолжение следует. Продолжение следует, ребята. Следите за новостями. Если меня упекут, вы будете знать правду. Сохраните себе куда-нибудь на жесткий диск это видео, чтобы вы потом могли как-то доказать мою невиновность моих слов. Сегодня, к слову, 24 ноября 2015 года. Все сказал, не отмажетесь. Все. Я, Петров Кирилл Федорович, пока что дома. На момент просмотра этого видео я уже не знаю, где я буду. Ну, надеюсь, дома. Записывай с Катей видосики, извини, чуть не ударил на это. Я на нервах. Постоянно в моей жизни случается какая-то фигня. Не будьте равнодушными, помогите Варпатику лайком. Господи. Это нифига не смешно. Я просто не знаю, как реагировать на это. Ну, короче, узнаем продолжение истории. Продолжение следует. Чао. Пока.